Все мы знаем, что такое час пик в общественном транспорте. Небольшая зарисовка, кондуктор и пассажиры. Так, проезд оплатим. Вошедшие полностью и частично. Так осторожно, двери не закрываются. Следующая остановка. Минут через 5. Для тех, кто доедет. Ой, какая девочка красивая. Тебя как зовут? Вася. Ой, так ты уже не девочка. Так, девушка, девушка с веслом. Подгребайте в середину, подгребайте. Пихайте мужчину впереди, пихайте. Что, не реагирует? Милая моя, а весло вам на что? А, это муж. Так, бабушка, до вас самой дойдет, что вы людям мешаете? Вы на следующий выходите, я надеюсь? Нет? Почему? Сейчас же освободите задний проход. Сейчас же. Девушка, а вы не скажете, который час? Я замужем. Девушка, а у вас такая ручка, такая изящненькая, такая нежненькая. Это не моя, это бабушки. И вообще, мужчина, я вас не слушаю, продолжайте. Так, мужчина, ну написано же, место кондуктора не занимать. Сейчас же слазите, сейчас же. Это где ж такое написано? Да вот сзади вас на окне написано. Вот на окно и садитесь. Так, мужчина, вы на следующий выходите? Нет. А я не спрашиваю, я предупреждаю, вы выходите. Так, дедуля, у вас что? Справка об освобождении? От чего? От физкультуры? Мы что, никак школу не закончим? Ах, вы сидели за разбойное нападение? По вам не скажешь. На кого? На кондуктора. Мужчина, руку уберите. Вообще наглёшь. Че, дурачку нашли? Че, больше взяться не за что, чую? Да я вообще уже вся кипю. Я бесюся. Наталья в напряге. За что хотят, за то лапают. Куда убрали-то? Вы еще пощекочите меня. Пощекочите, я сказала. О, вообще наглёшь. Руку уберите. Считаю до миллиона. Раз. Так, мужчина. Мужчина спереди, что у вас? Показываем. Так, мужчина, в развернутом виде. Я вообще не пойму, чего вы их прячете? Ну, написано же, вошел, показал. Так, мужчина, вы там долго копаться будете? Что, развернуть не можете? Или предъявить нечего? Я так и знала. Я так и знала. И не стыдно? Где же ваше мужское достоинство-то, господи? Так, там билеты у всех в заду.